Пропавшие шаркушения. Автор сценария Энди Брэннер. На острове Средос наступил туман, друзья мои. Жители украшали свои дома и улицы. Пассажиры привезли с собой подарки для друзей и родственников. Даже в депо Эдмунд-Ист поставили рождественскую Angry Birds Action. Дизели тоже украсили мастерскую. Он, 10-й Angry Birds, был недоволен. О, пора, понесел в гораздо больше украшений, чем у нас. Да, целая гора. Я ездил в депо Тидмута за вагонами и сам видел. О, как же я? Я сам по себе украшение. Не обращайте на него внимания. Нам нужно больше гирлянд, и я прекрасно знаю, где их взять. Бакстон, за мной! Ну, 10-й. Толстый инспектор просил меня забрать вагон с пути и привезти его сюда. Забудь об этом! Поехали! У меня плохое предчувствие. Вечером, когда Рудовый и Сумо друзья вернулись в депо Тидмута, их ждал неприятный сюрприз. А где же наша елка? Я не знаю. Ошибка, стоп, 00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